Ну чё, хохлы, у нас власть посмешище. Вы у нас не слуги народа. Это грёзы сердца, за которые не стыдно умереть. И власть не священна. Каждый раз, когда кто-то приходит у нас к власти, мы понимаем, что о, хуже. Здравствуйте, в эфире Политека Онлайн, в студии Инга Мизерия. Сегодня мой гость – писатель, философ, политтехнолог Юрий Топчи, которого мы хорошо знаем под псевдонимом Густав Водичка. Густав, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос как писателю-драматургу. Если написать книгу о том, что происходит сейчас, через 20 лет, что будет интересней, она или фантастика? Да, в принципе, это же даже и не фантастика. Если вы внимательно посмотрите на всю историю Украины, то все, что мы наблюдаем сейчас, было всегда. Собственно, я же отстаиваю эту тему, и уже 20 лет я читаю эти лекции на одну и ту же тему, уже, слава богу, много экспертов подхватили, они уже наслушались моего этого, на это, и, видимо, внутренне согласились и стали то же самое повторять, и правильно, потому что это как бы то, что есть на самом деле. Это было всегда. Вот то, что мы наблюдаем сегодня. Вот я зашел у вас в холл, там картинка, как, что происходит в парламенте, да, вот все эти герои, что они творят, там, кто кого за горло хватает, то, как себя ведет и так далее. Ничего нового. Ничего нового со времен Киевской Руси. У нас даже, вот если взять феодальное родство, междоусобицы, да, все же родственники. Притом это близкие родственники, это все, вот это же племянники, там, двоюродные братья, родные братья, это же кадышева семья. Вот то, что они там творили, это удивляло современников даже, ну что же это такое, да? Слово о полку Игоря, по сути, это протест, ну, ребята, а что же вы творите, вы же вообще-то родственники, как-то так нехорошо. Поэтому ничего удивительного нет из того, что происходит. Это ничего из того, что есть сегодня, не было, такого не было, чтобы не было вчера. Поэтому это норма, а я не считаю, что норма – это плохо. У нас каждый раз совершенно новый президент, да, первый был наследие советского времени, то есть мы его хорошо знали по советским временам. А следующий президент – это был уже управленец, как-то промышленник, при нем появились олигархи. Потом появился президент, такой тоже представитель определенной части народа, да, с такой яркой биографией. Следующий президент уже олигарх, потом президент-артист. Ну, опять же, какая разница? Дело не в том, мы кто не повторяемся. Дело не в том, кто приходит, а дело в том, как мы к ним относимся. Они же все нами прокляты. То есть найдите непроклятого. Это совершенно нормальное казацкое отношение к власти, где власть не священна. Тот же Леонид Макарович, он интеллигентнейшая личность. Единственный, кто тогда из таких вот видных коммунистов вышел во время перестройки на разговор с народом. Вот. И надо должное, он лежал просто у истока независимости Украины. То есть, по сути, его воля многим поопределяла то, что сейчас происходит. Да? Вот. И, можно сказать, он даже толком даже замазаться не успел. То есть, к нему относятся как к человеку, к знаковой фигуре, так более-менее уважительно. То есть, как бы сказали, вот козаки так называли «бувший кошовый», «бувший там судья». Почему? Бувший, это значит, он правил нами, и мы его за это не повесили. То есть это как почетное звание, что ты действительно этого достоин. Все остальные у нас просто откровенно проклятые. Там Кучма, Чучма, там этот, той Бджоляр, да, значит, над ним ржали как хотели, той бедный сбежал, слава богу, живым, да, этого, говорит, олигарх украл все, что можно и так далее, этот клоун и так далее, и только, еще, только начинают, только заходят, уже проклятые. Это нормально, это нормально. Как раз вот как единственная в мире казацкая нация, это отношение к власти. Вот сейчас как раз на этой неделе, да, мы отмечаем День Конституции, большой праздник, даже выходной день. А вот в такой ситуации нужна казацкой вольнице Конституция?
Понимаете, когда мы рассуждаем на тему, что нам надо, мало ли что нам надо. Кому-то надо поехать на курорт, только пандемия. Да, вот, а пандемия это вот какая реальность, да, вот она вот. Это как, знаете, вот есть национальная идея, да, вот путают все, там, думают, что конституция там как национальная идея, еще там что-то на эту тему. У меня есть определение национальной идеи. На русском языке это звучит так. Это грезы сердца, за которые не стыдно умереть. И на украинском языке это цемарене серце, за котре не соромно вмерти. Вот это национальная идея. Спросите себя. Вот какие у вас марни сердца? Какие у вас грезы сердца, за которые не стыдно умереть? И вы поймете, вы принимаете национальную идею, есть она у вас внутри или нет. Если нет ничего, за что вы здесь готовы умереть, значит, у вас тут социальная идея не сложилась. Вот и все. А те, кто готов, заметьте, не заработать, не получить комфорт, а именно умереть за это. Вот это и определяет. Ну, а если это у каждого внутри, то грезы сердца у каждого могут быть разные. И как совместно за них бороться и умирать? А почему называется национальное? Что это у достаточно большой части населения? Или хотя бы то, что называется, вот, как сказать, вот его пассионарная часть. Ну, возьмите там любые события исторические, да, в них участвуют не все. Я имею в виду в активной фазе, да, там, например, если гражданская война вот была, вызвали измагания, да, то есть это на самом деле очень незначительная часть общества принимала участие, все остальные пассивно наблюдали, могли где-то там присоединяться. А вот, собственно, что ними движет, да, вот то, что ними движет, то, собственно, есть национальная идея. Вот к чему, как бы, лежит сердце и за что готово, например, Хмельниччина, там было четко уже вот почувствовать, а вот за это и умереть готов. И это было видно, и были результаты. Вот. И сегодня та же ситуация. Нашлись люди, которые говорят, а я вот за это готов умереть. И они это подтвердили своей жизнью. А кто-то не собирается, то его здесь не держат. У него, он с национальной идеей вообще не дружит. Собственно, вообще нация это же и национальная. Да, это не, то, не одно и то же. Да? Потому что есть народ, есть его культура. Вот. А есть нация. Нация – это уже при наличии государства. Потому что, например, есть еврейский народ, который рассеялся по миру, и у него не было государственности, это просто народ, который имеет свою культуру. Но как только появился государство Израиль – это нация. Вот уже, то есть это необходимая составляющая, при этом, если вы говорите это слово. Ну, это в русском, а национальное, в украинском языке это же самое есть. В английском, например, nation – это и то, и то. Им проще. Им у них вообще проще. Там хорошо приспособленный язык под все эти вещи. Но им проще, потому что у них Британия – это королевство, у них монархия, и они не жили за пределами монархии никогда. Поэтому им легко. У них, они вообще-то все подданные. Какая у них там национальная идея, если они все подданы ее величеству? Это ее величество флот, это ее величество мусорный бак, это ее величество тротуар. А они тут подданные, они слуги, вот, они дают присягу. Это ее величество суд. Это не Саша с Петей свою людину поставили, а это королева отвечает за то, какой у нее судья. Так что это такая вот, это нет, им на эту тему не порассуждаешь так просто. Что сейчас может объединить украинцев? Вот яке марення серця може знайти у кожному серці? Ну, у нас чітко це прописано в... Ну, смотрите, я завжди привожу один тоже пример. Допустим, зараз вот ворвется сюда гипотетически воскресший Моторола. Може, хтось пам'ятає, да? Такий сепаратний, мощний терорист, да, російський. І з пулеметом. І скажуть, ну чо, хахли? Молись, то в Бога веруют. И мы где-то с вами понимаем, что это последние минуты нашей жизни. Что мы будем делать? Мы окажем последний акт сопротивления, понимая, что вы же будете кричать, я тоже ватник, да? Ну, как-то неловко, да? Уже поздно, опоздал, да? Мы станем и начнем петь гимн.
Потому что это будет последняя форма сопротивления и вызов нашего достоинства в глаза противнику перед смертью. И никакой другой песни мы петь не будем. Вот сколько я не проверял на людях, вот ну, есть там, можно что-то, что, но все равно петь будут почему-то гимн. Почему? Да потому что гимн – это корпоративная казацкая песня, где четко сказано, я об этом всегда настаиваю, где прописана национальная идея. Вот она слово в слово, то, вот, за что мы готовы умереть. Поэтому ее можем петь. Душу и тело, то в себя всего, мы положим за нашу свободу. С какой целью? Чтобы всем довести, что мы братья казацкого рода. Единственная в мире казацкая нация. Что это такое? Как я говорю, вольница, это у нас национальная идея, это воля. То есть не просто свобода, это в Европе свобода, например, можно это когда там... разрешено все, что не запрещено. Да, вот у них прописано в законе, да, вот это вот свобода. В России есть проект. И во имя этого проекта, там величественный проект, Великая Россия, вот ради этого величия, ради каких-то вот этих вот, ну же тоже свои грезы сердца, да, они готовы отказаться от каких-то свобод. Мы подчиняемся вот этому, потому что мы не хотим, чтобы это противоречило вот нашему величию. А у нас так. Ну, хочу, наезжаю на бордюр, хочу, не наезжаю на бордюр. Бо на тому я козацкая воля. Понимаете, в чем дело? Вот, это не просто свобода. Это свобода, проявлена мною лично во всех сферах. Я сам судья. Я сам прокурор. Я сам полицейский. Я сам себе государство. Кожен из нас президент. Ну, вот эта же фраза «кожен президент», я ее сказал полтора года назад у Крылай ТВ. У Крылай ТВ, значит, я, вот с тех пор я вообще никогда не, я не входил в эфиры. Вот вообще никому не давал интервью. И вот этот, где я прямо показал, что, в чем разница, что у Петра написано было «президент один». Я говорю, какой один? Який, чего це ты вирішив, что ты один президент? А я? Извините, у нас тут вольница. У нас такими президентами можно греблю гатить. Каждый день по президенту такому выбирать, да? Вот. А у нас все президенты. И вот эта часть попадает, я там сделал сноску, у меня там много учеников за команде. И они это вынесли ему прямо в инаугурационную речь. У нас все президенты. Можете проверить, это совершенно очевидно. Мне, конечно, приятно, что они это записали. Вас поблагодарили? Но важно другое. Позвонили хотя бы? Знаете, что в этом интервью я сказал? Что будет весело. Я ошибся. У нас власть посмешище. Но нам не весело. Смотрите, как это вот противоречие. Как бы власть посмешище, но всем не весело. Вот как такое может быть, если посмешище? Тем не менее, а не весело. У нас Иросов клоун, да, казалось бы, да, у власти, а не весело. Это реально. Ну, я понимаю, почему. Я попытался найти ответ, вот что произошло. И, ну, вы же знаете, я готовлю очень многих политиков. Я их и писать учу, и говорить учу. И у всех же разный запрос, да? Кто-то хочет просто научиться хорошо, круто выступать, кто-то хочет выступать так, чтобы ему доверяли. Вот. Все зависит от запроса. Вот. Кому-то надо специфическую риторику выстраивать, кому-то под определенные смыслы надо, или даже смыслы продумать надо. Вот. Все по-разному. А здесь что пришло? Вот пришли... А, кстати, за команда, когда начали вот это, собачки пошли, да, про собачек. Уже начали нести пургу такую, что уже просто страшно показывать людей. Надо должное. Вот меня вызвали и хотели, чтобы я каждого второго оттренировал. То есть около 100 человек. То есть по сути весь этот блок, да, значит, слуг народа я оттренировал. По 10 человек в команде, значит, и пустили.
уже начали график составлять, уже как кто за кем там пойдет и так далее, списки. Ну, началась пандемия. Как бы все это дело развалилось. Ну, а сейчас уже, видимо, то ли поздно, то ли уже актуальность отпала, уже так наговорили, что уже можно даже не тренироваться, хотя я в этом сомневаюсь. Так вот, я при этой встрече сказал, что беда не в том, что вы у нас не слуги народа. Беда не в том, что вы даже не враги народа. А беда наша в том, что вы есть сам народ. Вы есть народ. Вот в чем проблема. Это люди, вы понимаете, да, вот как со всех сторон. Да, вот их хватали кум, сват, брат, знакомый, вместе учились, хрестылись, хватай, по улице шел, в кабинете сидел, по телефону случайно позвонил. О, так может тебя в депутаты. Это бах, 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 насобирали. Это народ. То есть это не специфическая какая-то вот клановая структура, которая долго проползала, там прогрызала, договаривалась, платила и так далее. Вот просто полгода назад оно даже не представляло себе, что оно там будет. Оно даже не в революциях там могло не участвовать. Нет, оно просто шло по улице. Его схватили, бабах, и оно уже в зале. И вот в чем ужас, разочарование. Когда говорят, вот, они там не профессионалы. Нет. Мы все такие. Это поколение, кто-то из экспертов уже говорил, которое мы воспитали. Это молодые люди, которым по 25, по 35, да, средний возраст там еще в этом. Они же выглядят как совершенно молодые, как комсомольцы, вот молодежь. Это то, что мы вот все эти годы учили. То, что знает по два языка. То, что имеет по два, по три образования. Вот они. Вот то, что мы получили. А оно смотрит, истфак, два языка. И говорит, а ты говорит, собачку продай. Почему? У него даже в голове нет, что перед ним. Старый человек, которому в матери годится, то и в бабушке, да? Что есть другая риторика. А может, у вас детей нет, помочь некому. А может, вам надо переделать там печку, да? Вот не газом надо пользоваться, а уже на дрова переходить, да? Может быть, что-то, а давайте я вам помогу перестроить. Ну, что-нибудь такое, что утешает человека. Это должно лежать в голове, просто такие вещи надо знать. Кстати, что такое профессиональная политика? Они знают, что надо говорить. Ну так не хотели же профессионально. Они те же совершают преступления, те же, список тех же преступлений. Точно так же себя ведут. Только они уже давно натренированы, ну скажем, такими как я, да? И они знают, что нужно говорить. Для того, чтобы человек, ну, чего мы хотим вообще на самом деле услышать? Мы же знаем, что будет хуже. Мы хотим хотя бы утешения. Они не умеют на это ни одного положительного сигнала. Они не знают, как сделать так, чтобы... Если ты бы ничего хорошего не зарубил, то хоть дальше... Я, конечно же, утешение. Слушайте, а вот получается, мы живем, да, ну не знаю, там, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. То есть мы выбираем новых из расчета, что они будут говорить нам все то же самое старое, то есть ничего менять не надо? Вы знаете, еще раз, вот, конечно, то, что нам всем хочется, есть некое устремление, да, к чему-то лучшему, ну, человек хочет, любой человек хочет какого-то счастья. Ну, как он себе воображает это счастье, да? Там целый список у него каких-то претензий к жизни, на основании которых он считает, что он счастлив. Хотя на самом деле это какое-то состояние, как, пусть даже временное, да, который не может быть все время. Грезы сердца, например, за которые не стыдно умереть. Это что? Это некое переживание и идея, которая где-то там будет работать, но уже без тебя. Потому что ты готов умереть. Ты готов вложиться. Это то, что называется «во имя чего я умер». Вот «во имя чего я умер». Есть от чего, есть почему, а есть во имя. Кому ставим памятники? Тот, кто умер во имя чего-то. Вот эти люди жили во имя чего-то. Вот это круто. Это герои. Вот это герои. А святые живут во имя чего-то, да? Люди у них ищут утешение. Сколько людей, у которых есть все? Вот просто все в этой жизни. Желать уже нечего. А хочет повеситься. А счастья нет. Поэтому, когда мы хотим каких-то перемен,
Вопрос, а вы этих перемен каких хотите? Куда? Что в результате? Ну вот, что у вас там? Какое гипотетическое счастье? Что у всех будут деньги? Что тут будет вот молоко медом истекать? Ну так а самое большое количество суицидов в обществах, где все очень благополучно. И это факт. А там, где сидят эти чернокожие какие-то там, я не знаю, племена вокруг, где-то в Центральной Африке, вокруг зверя, они сидят возле костра, они все обнялись, все поют, всем весело и так далее. И там высокая смертность детская, все. Они все ходят радостные и веселые. Ну, как в Индии то же самое. Ты видишь, они все улыбаются, да? Бабах, целый поезд упал там где-то в пропасть. Ничего, улыбаются. Это карма такая. И дальше поехали. Вот. Поэтому, когда мы все-таки голосуем, что такое политический процесс, да, это все-таки поиск интересов. У нас есть какие-то интересы свои, есть массовый интерес. Ну, мы хотим, например, для того, чтобы, ну, там, я хочу работать здесь, не хочу никуда бежать. Мне нужны какие-то условия, чтобы мне никто не мешал здесь работать, зарабатывать, что-то придумывать и так далее. У нас есть интерес, корпоративный интерес, еще какой-то интерес. У правящего класса, понятно, есть свой интерес и так далее. Политика – это как раз взаимодействие интересов и борьба интересов. Соответственно, мы ходим на выборы, исходя из какого-то своего интереса. Политтехнология, предусматривая интересы масс, то есть большинства, которые будут голосовать, голосующих, да, предлагает это в месседжах. Ну, естественно, в моем случае с поправкой на архетип, потому что это разное. Одно дело, например, что-то в Западной Украине, а другое дело что-то здесь. А другое дело на Востоке. Вот. Часто, когда мне говорят, а вот что бы вы там посоветовали им всем? Ну, всем нельзя посоветовать. Почему? Потому что то, что может говорить Юлия Тимошенко, не может говорить Петя Порошенко. Ну, это разный, у них разный пафосный потолок. Это разная даже пафосная природа, мужчина-женщина, да? На какую местность? Здесь предлагается, ну это же азы, это знает любой. Здесь работают только вот эти смыслы, здесь работают вот эти смыслы, они ближе, и это с их интересами, как бы с запросом связано. Поэтому мы когда голосуем, мы это вот с этим идем. Каждый раз, когда кто-то приходит у нас к власти, мы понимаем, что о, хуже, еще хуже, еще хуже, еще хуже. А я хочу спросить, а хуже по отношению к чему? К нашим ожиданиям. К нашим ожиданиям. То есть время идет, но если мы смотрим вокруг, и все говорят, вот там совсем плохо, да? Изобилие машин, да? Дворцы стоят такие, что ну просто даже удивляешься. А смотришь, люди совершенно спокойно перемещаются по миру уже, да, студенты совершенно спокойно летают в какие-то экзотические страны, куда это, раньше состоятельный, то не ездил, и так далее. Ставишь себе вопрос, а нам действительно хуже? Вот на самом деле хуже? Вот, это опять-таки от ваших вот, ожиданий, вот, где ваши ожидания не оправдались, вы чего хотели на самом деле? Вот. Что обижает вот, в ситуации, которая сейчас произошла за командой? У нас есть некая, так сказать, на уровне такой природы, вот такой вот, знаете, вот нашей такой, мы же все обезьяны в какой-то мере, да? И там что? Это еда, секс и доминирование. Еда, секс, доминирование. Три основных вот таких базовых инстинкта. И вот то, что называется доминирование, вот что такое власть, это доминирование. Что нас всех поразило? Что они все молодые. Сначала вдохновили, ну как же, молодые, да? Вот. А сегодня молодой, это не то же самое, что раньше. По Крышкину там было, по-моему, я не знаю, там, или даже Кожедубу, там 24 года. Щерц, который стоит у нас на коне, там, ему было 24 года, когда его убили. Так он уже успел побыть и унтер-офицером, и закончить фельдшерский, послужил как фельдшер, и, значит, и стал офицером, и закончил, по-моему, школу прапорщиков, и принял участие в революции, и командовал там этим Багунским-Таращанским полком, и стал комендантом Киева, и стал школу классных командиров. Вот, метаболизм какой жизни, да? И он погибает, и он совсем молодой. И когда ты смотришь на этих людей, а там они полковниками становились в 25 лет и так далее, это боевые полковники, которые сражались в такой мясорубке, что мама дорогая.
И тут вдруг выходят совершенно молодые вот эти необезображенные переживаниями люди. Разные какие-то там то айтишники, фотографы и так далее. И такие невинные лица мальчиков, у которых женские носки. Или, как я их называю, эльфы. Вот нам вдруг в парламент, во власть, налетели эльфы, их ветром надуло. Почему? Мы так хотели перемен, нас так задолбали гоблины, вот эти хитрые гоблины, знаете, вот как выглядит гоблин, да, вот, например, там был Янукович, да, понятно, это гоблины, они такие брутальные, страшные такие, да, и не обидно, ты понимаешь, что тебя насилуют гоблины в лесу. Ну, как бы понятно, ж гоблины, ну, а что они могут делать, кроме как насиловать, да, они тебя грабят, насилуют, это все нормально, да. Приходит там Порошенко, олигарх, да, и тоже там что-то там ворует, и все остальное. Ну, все-таки, ну, война тут идет, а он, ну, не каждый решится такую дырку закрывать, как пришлось ему, кстати, как политику. Это довольно, он пришел в знаковое время, очень серьезное. И вдруг эльфы, это наши дети, это наши дети. Они не похожи на нас, на наших родителей. Это дети, именно дети во всех смыслах. И вот они налетели рой. И они начинают нас насиловать. Нас насилуют эльфы, людоеды. Эльфы оказались людоедами. И вот это открытие, как? Эльфы, людоеды? Да, мы воспитали эльфов людоедами. И они даже не знают, что интересно, что они людоеды. Он смотрит невинными глазами собачку продать. Почему? Он даже собачку не пожалел. Он не понимает, что животное – это друг человека, что оно будет одинокое, что оно любит хозяйку. У него это даже в голове нет. Он пьет кровь и даже не понимает, что он кровопийца. Почему? А мне мама так всегда кормила. Это нормально. Вот. И он такими невинными глазками смотрит. А что, людей нельзя кушать? А что тогда кушать? И поэтому мы в шоке от того, что сознательно и подсознательно. Когда говорят, вот они профессионалы. А что такое профессионалы? Это эльфы-людоеды, которые знают, как отвечать на вопросы. Ну да, я их научу. Они будут отвечать на вопросы. Тогда что вы скажете? Что это профессиональные эльфы-людоеды. Ну так же получается. А за ними какое идет поколение? Что за ними тогда идет? Вот результат. Не читание книг, да, это результат уже воспитания, всех видов декоммунизации, которые проводили, доведенных до абсурда. Ну, так и что мы хотели? Ну, это нормально. Ну, тогда если каждый из нас президент, то каждый из нас эльф-людоед. Нет, есть поколение, которое постарше, вот те, которые за 40, вот 45, они застали систему воспитания, где было понятие святое. Они в пионерах успели побыть. Там же в Бога не верили, да? Вот в Бога не верили. А говорили, вот и галстук. Это значит, что ты всем пример. И это святыня. Вот это цвет крови, за него там умирали и так далее. Неважно, вот какой способ был, да. А и вот это все прошли. Кто ходил в храм? Ну, тогда не это, верующих не было. А если были, то там бабушки какие-то, все. И каждый ребенок понимал, что теперь он переходит, как инициация, в состояние особо нравственной личности. И он должен подтверждать вот этот галстук, да, вот интересный. Очень хороший опыт. Через него проходили все дети. Это значит, что если тебе кто-то, кто постарше, помнит вот это вот, подержись за красное, скажи честное, пионерское. И если ты хочешь сделать какую-то гадость, надо снять галстук и спрятать его в карман. Значит, потом делай гадость. То есть он понимает, что нельзя с галстуком это делать. Это некая нравственная святыня, которая обозначает, что ты этого достоин. Сними, если ты этого не достоин. Кстати, вот такая игра. Пусть недолго, пусть год, пусть два, но у всех. И таких маленьких деталек, которые давали воспитание от «что ты не один», оно, видите, даже вот тимуровское движение, да, вот Тимур и его команда, как интересно было придумано. Что за проект? Вот вносит утопист великий, да, Гайдар, он говорит, вы должны, как святой Николай, совершать добро в тайне от всех остальных. Вы ничего за это не получите. Ни дачу, ни доллары. Никто не будет знать, что вы помогали людям в тайне. То есть, кстати, и отец, видящий тайное, воздаст вам явно. Посмотрите, какая совершенно религиозная программа. И это было же подхвачено на всю страну. Это то, что читали, внушалось, принималось и считалось за ориентир.
Но не сработало ведь, потому что еще в прошлом созыве были все те 45-летние, которые сняли свои галстуки, но спрятали их в задний карман и забыли надеть обратно. Да, потому что это на самом деле сработало. Не спасает. На самом деле сработало. Почему? Потому что всегда власть ориентируется на того, кто хуже. Даже вот есть такая вещь, как проверяли комсомольского работника на вшивость. Смотрели в глаза, а ну-ка, вот близких, среди близких, повтори. А учение Маркса Энгельса всесильно, потому что оно верно. И верно, потому что всесильно. Скажи это в присутствии близких людей. И если он повторяет, не моргая. Вот если ты говоришь, не моргая, все, проходи. Вот то же самое и здесь. Надо не забывать, что рубильник же отключили. Ну, это все знают, да? Когда КПСС потеряла власть, его отключили резко. Мы помним, это ельцинское заявление о том, что я запрещаю действия КПСС. Сразу отключили рубильник. И мы помним ситуацию, в которой все оказались. А тут уже стало работать. Смотрите, если все считается недействительным, то есть недействительным считается все. Идеология, все, что под ней, да, все, что связано с социокультурным наполнением и так далее. Все это теперь оказывается табу, или это плохо, или это неправильно, а так не бывает. Ну, все великие проекты имеют под собой какие-то интересные предложения, которые идут в общий мировой опыт. Это же назначено, это за что ни возьмись. То, что сразу после этого произошло, мы помним, да? Вот, как будем делить? Ну, есть наследство, ну вот умер папа, есть наследство. А кто будет хватать? Но есть еще и наследие, это его мундир с орденами. Это благодарственные какие-то грамоты, которые ему давали, да? Это песня, которую он написал, это фильм, который про него сняли. Это наследие, а то наследство. Вам наследие надо? Нет, вам надо наследство. Вы хотите дачу попилить. И вот делятся, кому-то было дорого наследство, вернее, кто-то хотел наследство, а кто-то хотел наследие. А потом говорят, хотеть наследие – это грех. А хотеть наследство – это хорошо. Кстати, вот что произошло с сознанием, да? Вот, поэтому кто пошел делить наследство? Ну, люди, которые, ну, прямо скажем, у них проблема с совестью, да? А мы же все это помним, 90-е, бандитизм и так далее, пилорамы и тому подобное. А кто будет заниматься наследием? Наследие решили уничтожить. Каким способом? А те, кто ничего не досталось, а вам можно потоптать, например, памятник, вам можно потоптать книжку и так далее и тому подобное. Ну, нормально. Вот. Это тоже не новость. Эти вещи происходили еще во времена древних фараонов. Обычное дело. Какое будущее у наших молодых эльфов? Хотите из меня пророка сделать? Попробуем. Вот, знаете, вот есть такая вещь. Я всегда говорю, наше будущее всегда прописано в нашем прошлом. Там все есть. Всегда было одно и то же. Мы ни разу не сделали что-нибудь такого, чтобы... А вот это было по-другому. Ну, не было по-другому. Получалось только так. Вот, поэтому чего все удивились? Я говорю, это надо принять. Надо принять. Они не хуже нас. Это наше воспитание, это наши дети. Эти эльфы – наши дети. Это наших рук дело. Моего поколения. Олигархи – мои ровесники. Это плохие пионеры, которые спрятали... Они мальчиши и плохиши, которые спрятали галстуки и пошли хватать. Но опять же, они тоже не совсем виноваты. Почему? Потому что о том, что галстук надо снять, не они придумали. Они тоже приняли эту как бы реальность, да? Вот, и пришлось с этим работать уже. Вот, на что опираться? А есть, оказалось, что, как ни крути, да, а все-таки в коммунистической вот этой вот идее, как кто-то вот сказал, да, епископ один посмотрел фильм «Коммунист» и говорит, чтобы стать коммунистом, надо стать святым. Ну, настоящий коммунист должен быть стать святым. А как стать святым без Бога? Там же Бога отрицали, да? Вот они предложили, по сути, те же смыслы, но в абсолютном атеизме.
да, что привело к этому изучению. Плюс, а человек, он же слаб, он же хочет доминировать. Если он не будет, предлагали там соцсоревнования и то, а хочется в НКВД подоминировать и помочиться на этого, на маршала в звездах, это особо приятно, да, вот. То есть каждый искал способ доминирования. То есть человеческая природа с коммунизмом, еще не коммунизм как идея, у нас не существует никаких, это все говорят, никаких других идей. Дальше либерализма и коммунизма, и дикого капитализма вот этого всего, и там, у нас просто ничего не двинулось. Ну нет идей. И опять же, не потому что у нас с мозгами не сложилось, а потому что, судя по тому, что это не происходит уже в течение нескольких тысячелетий, вот в идейном смысле, количество идей не увеличивается, это связано с нашей эволюцией, нашей духовной, нравственной и так далее. Вообще-то мир гуманизируется, мы постепенно все равно, так или иначе, боком, припеком, все равно создаем какие-то неокоммунистические системы. Ну тогда последнее. В украинской единственной в мире вольнице вообще предусмотрено экономическое процветание? Вы знаете, если у нас вольница первична, то это не про экономическое процветание. Потому что, ну смотрите, когда Хмельницкий приезжает на Запорожье, вот, и он говорит, ну, ребята, так обижают же нас, да, обижают. Что это было за территория тогда? Единственное, то есть, это территория, на которую бежали. Вообще, Украина, это была территория, на которую все бежали, потому что здесь было именно вольницу предлагали. Вот отошел уже там буквально, отъехал настолько, и все, уже там тебя государство не достает. Все. И уже самоорганизация, всем удобно. И дело даже не в деньгах, а дело в этом состоянии, что ты свободен. И есть корпоративный интерес, вас никто не угнетает, вы можете все решить на прямых выборах, вы все можете решить на... То есть громада забралась, сказала, не, она мне нравится. Вы там сказали, она мне нравится. Все, громада права. Все, ее мнение окончательно, ничего не сделаешь с ними. Вот это круто было. Вот. И вообще, я считаю, я говорю, что мы каким-то образом все равно двигаемся в 17 век. Оно сидит в нас. Из архетипа это никуда не уходит. Ничего не надо и сочинять. Потому что все уже давно написано, пережито и предложено. Просто люди думают, что анархизм это какой-то развал и беспредел. Нет, это, еще раз говорю, это высочайшая степень самоорганизации личности и общества. Это как раз наоборот. Мы Но большевиков было больше. Мы находимся на большевиков. Не получилось. А нам с нами было по пути. Надо было Деникина поддерживать. Еще раз, мы не жертвы. Вот это вот еще тема. Мы жертвы, вот как сейчас вот предлагают, мы жертвы истории. То есть мы не участники истории, а мы жертвы истории. И по нам бегают немцы, москали, турки, татары. Вот они бегают по нам. А мы так вот смотрим, и вот это вот, и мы жертвы постоянно. Да мы не жертвы. Мы активнейшие участники этого процесса. Дворяне Российской империи украинского происхождения Екатеринова, это бывшие эти рестовцы. Мы не жертвы Российской империи, мы в нее включились. Мы вложились в нее так, что мало не покажется. Во всех смыслах. Включая в экономическое процветание, включая культуру и так далее. И тому подобное. Сколько Гоголь сделал для продвижения российской литературной мысли. Гоголевщина, по сути, двинула всю русскую литературу до него. Без него я вообще не представляю, сколько еще времени прошло. Он двинул все это. Все эти Салтыковы-Щедрины, Некрасовы, это все последствия Гоголя. И как они сами признают, что мы все вышли из гоголевской шинели. И там за что ни возьмись. Я видел, что все звездные программы и так далее, связанные с космосом, это все люди украинского происхождения. Илон Маск все равно взял житомирского парня и так далее, да, в инженера. То есть никто никуда не делся. Другое дело, что у нас таких задач нет. Я в «Родине Дмитрия Ангелов» написал, это же все в 90-е, еще же не было вот того, что мы сейчас насмотрелись. Я уже сразу тогда написал и сказал, уже изучал архетип. Мы можем называться кем угодно, англичанами, французами, русскими, немцами, кем угодно.
и развивать эти миры. Мы готовы. У нас лично запроса на это нет. Потому что свобода, вольница – это состояние. А состояние – это не проект. Это такое вот счастье. Счастье – это не проект. Когда говорят, я хочу счастья. Счастье – это не проект. Вот у русских величие, священность власти. Вот это мощный треугольник. Безумие, сгорим, но вечно жить будем. Сумасшедшее. Но это проект, за который не готовы там умирать и так далее. У нас кумы, что вы это вот это, священные камни Крыма, то ж пляж. То ж дым, то побитись Бог, то ж так ходить в атаку с такой мордою. Вы уж украсть что-то хочете? Мы иросов, и мы иронизируем по поводу всего, мы смеемся над нашей властью. У нас ничего другого быть не может, потому что на диктатуру мы не согласны. Ну, выйти из ситуации, в которую мы попали, можно, как вы считаете, как выйти? Да очень просто, через диктатуру. Ну, такую, с эскадронами смерти, с расстрелами, только маленькая деталь. Кто эти люди? И зачем это нам? Почему? Потому что мы не заинтересованы ни в каких диктатурах. Почему? Я не хочу, чтобы наказали кого-то. Я хочу на его место, смотрите, ну как вот эти вот эльфы пришли, чтобы сделать то же самое. Понимаете, в чем дело? Когда говорят, прийде весна, сажати будем. Ага, якщо ти їх посадиш, то може за тобою теж прийдуть. Тобто це ж просто логіка архетипа. Не треба нікого сажати. Это як это, там читал документы. Просто постоянные ротации. Записывайтесь, ну, да, в очередь. Да, вот абсолютно верно. Когда за гомосексуализм положена была смертная казнь в казацкие времена, и двух там молодых людей как-то там застали на чем-то таком, и зібралася громада. Ну, діти перепутали. Да, діти перепутали. И все. И тему замяли. Почему? Да потому что жестокость вот такая, да, и оно-то в законе, может, и прописано. Если почитать там наши законы, да, вообще, ну у нас как работают кумы, ну это же не по-людски. То есть у нас работает звичаєве право вольницы. И все договора идут через звичаєве право вольницы. Мало что написано в законах. Вот. Нам государство, это частное предприятие группы физических лиц, которые сейчас у нас, оно нам мешает жить. Ужас и положение в том, что в архетипе заложено следующее. Мне мало этого иметь. Мне надо, что очень важно, чтобы этого не было у соседа. Вот в чем, то есть не мы вместе имеем, да, не мы вместе идем, а вот дуже важно, чтобы это не было у соседа. Поэтому, когда мы приезжаем в Британию, мы наблюдаем, а что это у них лорды живут в таких скромных этих замочках, да, там такой смотришь, такое убогое жилище, по сравнению с тем, что у нас настроили в Кончезаспе. Как я рассказывал когда-то, что они грабили весь мир 200 лет, а мы 20 лет только своих. И сразу видно. И никто не стесняется. Почему? А для чего ты туди крал? Тебе ж було, ти ж сусіду показати, куму треба показати, дивись, яке в мене. Понимаєш? Ти ж гарно, ти ж цікаво. От. І щоб він позавидував, щоб йому, кайдешева сім'я. Ми ж це починали, кайдешева сім'я. От. І архетип, я не вважаю, що ми хуже всех, Боже упаси. Я считаю, что у нас прекрасные перспективы. Я уверен, что мы впереди планеты всей. Мы относительно моноэтническая территория. У нас просто другое дело, что мы все президенты. Вот. Это каким-то образом так или иначе уляжется. Значит, следующим президентом будет кто-то из нас. В любом случае. Вполне возможно. Вполне возможно, что следующий президент может быть кто-то из нас. Но еще раз, когда вот эту вольницу, вот почему-то, никто даже не понимает, почему Хмельницкий вырвался из всех, вот сколько их было, все поруганы. А он говорит, пацаны, ну вот такая ситуация, давайте, говорит, вместе рванем на поляка. Он говорит, так нам же татары сзади ударят. Так я с татарами договорюсь. Он приходит к татарам, говорит, пацаны, давайте ударим вместе на поляков. Они говорят, а кто ты такой? У вас же власть не священна. Сегодня тебя выбрали, завтра ты уже сказал, что да, завтра тебя скинули. С кем нам договариваться? Кто вы такие? И тут он говорит, а я вам своего сына в заложники оставлю. О, как Бог, сына единородного на съедение отдам. И это уже другой раз. А те понимают, он сына отдал. Понимаете, а то же, понимаете, детей обидели. Понимаете, у нас же, это же дело святое, детей обидели. Опа! И он становится совершенно уже другой личностью.
Вот, заложники дал сына. И уже татары начинают ему верить, а в таком тогда уже понятно. И пошли, поехало и понеслось. Смотрите, я всегда хочу спросить, вот всех, кто тут... Густав, будем заканчивать, давайте, финализируйте. Когда под Конотопом украинцы наголо разбили войска российского царя, я хочу спросить всех, сколько было російськомовного населення тоді в Україні? Ноль. И при этом другие казаки, да, ударили на Крым, а татары сказали, что же вы творите, ребята, как же мы будем с вами теперь воевать? Почему? Мы все-таки вольница, нация наемников. Наша идея – это вольница. Это значит, я могу, кто больше заплатил, тому и служу. Тому могу крышу покрыть, зато могу воевать. И это надо понимать. И если мы начнем понимать, что мы нация идеальных наемников, что есть какие-то конструкции, идеи, которые нам не нужны, но мы готовы в них принять участие. Багатовекторність придумав не Кучма. Багатовекторність была завжди. Вот еще в времена Хмельницкого. Поэтому то, что мы выбираем, а вот выберем вот это, а не вот это, не. Писал Хмельницкий всем. Кучма понял, что только багатовекторність. Сделать вид, что мы держава. Сделать вид. И продолжать быть той вольницей, а вольницу не завоюешь. Ну, никак. Вот сколько сюда не приходили, да, а мы все равно оставались теми, кем мы были. И имели свою выгоду. И были дворянами Российской империи. Вот. И немцы могли послужить. И при Сталине могли жирно устроиться. И так далее. Все было по-разному. Конечно, кому-то это стоило очень дорого, кому-то и жизни. Так это было всегда и во все времена. Ну, такая у нас природа. Ее надо принимать и любить. И если мы это будем принимать и любить, нам не хватает ни идей, нам не хватает любви. А когда-то мы были все религиозные и в этом упражнялись. Вот когда Павел Алепский сюда прибыл, они на это смотрели, понимали, боже, какая земля. Первые врата борьбы. Разве могут быть такие люди на свете? Вот то, что они видели тогда на Украине. Хмельничину, казаки проезжали. Боже, это же фантастика. Это ведь благодетность, богатство, все остальное. Але дубе пиляли. Вот это у Павла Алепского. Кто-то там в комментарии спрашивал, где это. У Павла Алепского, если описать, как они пиляли дубы. Вот сосны, да? Вот, пиляли. Вот, всегда пиляли. Поляки вирощували, а казаки прийшли і зразу їх попиляли. Ну, это лежит у нас. Ну, ресурс, что ж надо попилять? Вот. Попилять страну, попилять дубы, попилять это. Ничего личного, куми. Хто перший, тот і успів. Большое спасибо, Густав. Наверное, можно сказать, репортаж из Киевской вольницы вела Инга Мизерю. Густав Водичко был моим гостем. Смотрите нас в YouTube, на Политека онлайн и подписывайтесь на наш канал. До свидания.